Суборбитальный пассажирский корабль Spaceship Two совершил первый полет с ракетным двигателем. Испытания проходили в понедельник над пустыней Мохава в Калифорнии. На 45-й минуте полета ракетоплан отделился от самолета-носителя White Knight 2, а затем включил собственный двигатель, который проработал 16 секунд. Как сообщается, за это время корабль преодолел звуковой барьер. Благополучную посадку Spaceship Two совершил через 10 минут после взлета. Этот полет не был космическим. Летательный аппарат поднялся на высоту 17 километров. Однако, как планируется, испытания будут продолжаться. И к концу 2013 года Spaceship Two совершит первый полет на орбиту Земли. Корабль рассчитан на 6 пассажиров и 2 пилотов. Он создан на базе своего предшественника Spaceship One. Хотя до первых коммерческих полетов в космос еще далеко, но более 500 будущих туристов уже отправили предварительные заявки на полет. За свое будущее непродолжительное путешествие, которое предусматривает несколько минут пребывания в невесомости, они заплатят по 200 тысяч долларов США каждый.